Привет, друзья! В сегодняшнем видео хочу сделать обзор вот такой книги, которую я приобрела. И, кстати, пишем комментарии, делимся советами, я тоже с вами всем делюсь. И эту книгу посоветовала мне подписчица Лена. Она, ей там подарили, по-моему, и она мне показала, мне понравилось. Ну и я заказала. Книга бомбезная. И давайте посмотрим, что в ней. Все покажу, пролистаю, чтобы, возможно, кто-то сейчас тоже ищет что-то для себя интересное. И интересно взглянуть, что внутри этой книги. Смотрим. Вот по содержанию можно посмотреть, что входит в книгу. Ну и пролистаю немного. Так. Все прям не буду, так как это будет слишком долго, но хотя бы основное. По тканям, по нитям, иглы какие, то есть все здесь есть. Дальше вот подготовка тканей, дальше там раскладка есть, как на ткани, вот условное обозначение по выкройкам, если вы готовые выкройки берете, как правильно снять мерки, что немаловажно. Вот раскладка вот на ткани тоже есть. То есть очень детально все здесь описано. Так, вот как изменить выкройку, тоже есть такие моменты. Ну, классная. Так, немного о моделировании. Ну, понятно, не так подробно, это уже отдельную книгу надо брать, так как моделирование это тоже очень большая тема. Так. Так, ну, карманы, то есть все подробно по картинкам, можно все понять, прочитать, разобраться, если вы вдруг не делали такой карман. Вот детально все, разные карманы, змейки, пришивания тут есть. Даже пуговицы, как пришивать, казалось бы, просто, но нюансы тоже имеются. Ну, то есть, если вы хотите юной швеи сделать подарок, то книга, конечно, классная. Даже не юной швеи. Ну вот, потайная молния, все как обработка. Вот такая молния, застежки все. Дальше рукава пошли, вот что, как припосадить, как приметать, как пришить, то есть все здесь как на рисунках, так и рассказано. Дальше воротники пошли, обработка. Так, пришивание это кант, пишу. Оборки, валаны, все это. По трикотажу тоже есть раздел.
прокладки. Дальше вот тоже такая идет, мне понравилась вот эта вот полезная информация здесь. Примерный расход ткани, как рассчитать на юбку, на юбку прямую, на юбку клеш, например, там платье, то есть это все есть. По тканям вот есть тоже такая информация отдельно. Ну и тут уже идет словарь. Удобно искать, что надо, по алфавитному указателю, либо по содержанию можно смотреть. Ну, вот такая книга. Здесь 255 страниц в книге. Ну, основные моменты есть. Мне понравилось. Пишите ваши комментарии. Тоже делитесь, это как поделилась со мной девочка, я тоже приобрела себе такую книгу. Может быть, кто-то что-то еще интересное знает. Я делюсь с вами, а вы делитесь со мной, ну и, соответственно, другие смотрят, читают и видят. Всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, смотрите мои другие видео. Всем пока-пока!